Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим равиоли с рикоттой и шпинатом. Нам нужен шпинат, рикотта, пармезан, соль, перец, мускатный орех. Для соуса нам нужен шалфей и сливочное масло. Также нам нужна будет паста. Как приготовить пасту? Смотрите в моем видео, как приготовить свежую пасту вручную. Отвариваем шпинат. У меня мороженое, у вас может быть свежий, все равно его нужно отварить. Затем слить воду, промокнуть бумажным полотенцем и нарезать ножом. Вы можете нарезать намного мельче, чем я сделала это сейчас. И перемешиваем все ингредиенты для начинки. Кладем в миску наш порезанный шпинат. Добавляем рикотту. Добавляем пармезан. Добавляем немножечко совсем мускатного ореха. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Если у вас есть, вы можете воспользоваться кондитерским мешком. Кладем в него всю нашу начинку. В другом моем видеорецепте вы посмотрели, как тянуть свежую пасту. Мы ее раскатываем, берем лист тоненький-тоненький и на него выкладываем нашу начинку с помощью кондитерского мешка, либо шприца, либо ложечкой. Смазываем бортики наших равиоли водой. Накрываем сверху вторым листом пасты. И прижимаем по краям и убираем воздух. Режем на квадратики, оставляя где-то бортик миллиметров 5 и выкладываем на кухонное полотенце, присыпанное мукой. Отвариваем наши равиоли в подсоленной воде в кипящей минуты 2-3. Они начинают всплывать, когда, значит, готовы. В отдельной сковороде мы с вами растапливаем сливочное масло, кладем туда шалфей. И когда наши равиоли всплывут, мы их кладем в сковородку, перемешиваем и подаем.